Дмитрий Нагиев – блистательный, харизматичный шоумен, актер, радио, телеведущий, любимец женщин. Артиста называют главным матчем российского шоу-бизнеса. Обаяние и нарочитая брутальность покоряют представительниц слабого пола любого возраста. Дмитрий из категории тех героев, которые создали себя сами. Дмитрий Нагиев уже давно закрепил за собой звание дерзкого брутального мача с блестящей лысиной. Порой ведущий даже похож на криминального авторитета из 90-х, но так было не всегда. До бешеной популярности артист обладал пышной шевелюрой, у него были длинные кудрявые волосы, которым позавидовали бы даже девушки. Хвостик артист делать не любил, предпочитая распускать шикарные локоны. К прежней стрижке экс-ведущий голоса возвращаться не собирается. Однажды любимец публики признался, что бреет голову каждый день и уходит у него на это около часа. А вы как считаете, ему больше идет с волосами или без? Пишите в комментариях.